Они делают город привлекательнее и сохраняют память. В Самаре уже третий год работает школа волонтеров наследия, где всем желающим преподают основы реставрационных работ. После этого слушатели участвуют в реконструкции архитектурных памятников. В этом году после конкурса выбрали 115 добровольцев. Для них уже в эти выходные начнутся теоретические занятия. Что это дает ребятам? Ну, во-первых, это обучение. То есть они эти навыки уже забирают и отрабатывают. Поехать они могут, пожалуйста. Можно поехать волонтерить в любую точку страны. У нас здесь, в Самаре, пожалуйста, везде, где будут идти реставрационные работы, вы можете прийти. Четверть слушателей, те, у кого уже есть опыт, отправятся на практические занятия. В ближайших планах реконструкция одного из символов старой Самары – дома купца Маштакова. Это памятник деревянного зодчества. Волонтеры также приложат руку к восстановлению фабрики кухни и дома мещанки Сафоновой. А в следующем году помогут и при реставрации ДК Кирова. У нас в ближайшее время начинается работа по дому Маштакова. Это очень знаковый и знаменитый дом на улице Самарской, 207, который сохранился. По-разному было, разная история этого здания, и снести, и сжечь, и вот чего только не было, но сейчас с уверенностью можно сказать, что этот объект будет восстановлен, и дальше там будет находиться уже музейное пространство. Занятия для волонтеров наследия будут проходить по выходным. Все слушатели получат сертификаты и шанс поехать на восстановительные работы в другие города России. Мария Левина, Николай Сидоров, «События».